По словам комментаторов, последняя игра Кубка проходила очень напряжно. В финале встретились казанские Юлбарсы и команда сборной Пензенской области. Обе были на равных, однако в какой-то момент Пенза стала одерживать верх, и под конец матча, буквально в последние 5 минут, забили еще 2 шайбы. Таким образом, проиграв со счетом 3-0, казанские Юлбарсы стали обладателями второго серебряного места на Кубке полномочного представителя президента Российской Федерации по хоккею среди любительских и студенческих команд. Казанский федеральный университет, на мой взгляд, выступил довольно хорошо на этом турнире, потому что ожидалось то, что наша команда не сможет выйти из группы. Казанский федеральный давил очень сильно, наработал и не на один гол, а как минимум на 2 гола он точно наработал, мог выходить вперед, но, увы, ребятам, видимо, сил не хватило, 2 еще безответные шайбы они пропустили, в итоге 3-0 Пенза победила. Как рассказал главный тренер, подготовка к турниру началась еще в сентябре. Юлбарсам немного не хватило сил одолеть соперника. В этом году в состав пришли очень сильные нападающие, однако на финальном матче немного подвела оборона. Для нас было главное это принять участие, показать хорошую игру, с чем мы в принципе справились. Есть проблемы, мы не смогли четко сыграть в обороне. Соперник просчитывал и на контратаках, соответственно, обходил нас и забивал. К сожалению, проигрыш, но, к счастью, мы завоевали серебряные медали. Лев Диденко, Виолетта Басова, Фарид Джалали, Универ Ньюс.